Спасибо. Вернадского, 59. Быстрее, пожалуйста. Опять ничего не вышло? Ник, ну, не нужно себя мучить. Доктор же сказал, что шансов нет, что нельзя больше подстегивать организм. Ну, шутка ли? Восьмое ЭКО. Никочка, солнышко, давай прекратим эти мучения. Ты урубишь свое здоровье. Ну, посмотри на себя. Ты вымотана. Неважно, выглядишь. То есть я плохо выгляжу. Зато ты у нас, Паша, красавец. Ну, у меня сегодня ответственная встреча. Ты считаешь, что я должен рыдать вместе с тобой? А что толку? Мы договаривались. Ты обещал. Привет. Что случилось? Кого оплакиваем? Угадай с трех раз. У мамы опять неудачное ЭКО. Послушайте, мы уже неоднократно это обсуждали. Теперь, получается, это только мне нужно? Ну, мне точно не нужно. И тебе, конечно. Неизрасходованный материнский инстинкт нужно же куда-то девать. И на меня же его тратить. Ладно. Мне тоже хотелось ребенка. Хотелось сына. Ты это прекрасно знаешь. Мне тоже очень тяжело было пережить эту потерю. Но нельзя же быть такой зацикленной. Мне надоело жить по расписанию твоих овуляций. Паша, мне 42 года. У меня просто уже нет времени. Ну, посвяти его себе. Дочери! Мне, в конце концов! Пожалуйста. Я прошу тебя, давай попробуем еще раз. Доктор сказал, через 2 месяца уже можно. Можно использовать донорский материал. Паш. Ну нет. Я в этом больше не участвовал. Катька действительно права. Ты немножко спятила. Про донорова она заговорила. О, Господи. Ну ищи себе этот материал, если хочешь. Алло, привет, зайчонка.
Прости, не мог ответить. Семейная драма. Да, конечно, встречаемся. Да, как договаривались. Давай. Да, Никуш, привет. Нет, не отвлекаешь, я сейчас в ресторане. А, кофе хочу попить. Нина, там за пятым столиком воду пролили. Убери, пожалуйста. Да. Да-да, я здесь. Говори, как ты? Да вот с братом твоим поссорились. Сказал, что не хочет больше быть донором спермы. Слушай, это смешно, прости. А что, у нас Паша, оказывается, донор спермы? Быка семените, что ли? Лара, не смешно. Скажи, я действительно так плохо выгляжу? Ну, ты выглядишь уставшей в последнее время. Тебе надо расслабиться. Да, можно сделать массаж. Я не знаю, в бассейн сходить, поплавать. Ты же это любишь. Нина, я тебя уволю. И не посмотрю на твои особые заслуги. Да, извини, я здесь. Поплавать, говоришь? А может, действительно в бассейн пойти? У меня где-то был подарочный сертификат. О, вот он. Это не ты подарила? Откуда он у меня взялся? Ну, так замечательно. Сходи, поплавай. Водичка все смоет. Пока. Павел Сергеевич, там опять приехали эти неприятные люди. Они поднимаются. Мне с охраны позвонили. Ольга Михайловна, скажите, что меня нет на месте. И скажите, что вы не в курсе, когда я буду. Я вам корвалольчика накапала. Идите, Ольга Михайловна. И скажите Сергею, чтобы вышел. Он знает, куда. Паш, ты видел? Они опять приехали. Да, Ольга их переговорно отвела. Ты в прошлый раз меня обожился, что все порешаешь. Года не прошло, и они опять приезжали меня. В чем дело? Вероника тебе еще тогда говорила, что ты не связывался с ними, а ты... Слушай, если бы я жил по ее правилам, я бы сейчас трусами на рынке торговал. Короче, я сваливаю, а ты делай, что хочешь. Как? Что? Что? Я не знаю. Прижми их, отложи платеж, перекредитуй, ты в конце концов мне денег должен. Так что давай. Да, да, Зай, слушай, я дозвониться к тебе не мог. У меня не получится сегодня встретиться, тут дела образовались. Да нет, да какие женщины? Ну ты что? Да, завтра съездим с тобой за город. Знаю, Артём, достали меня уже эти разговоры. 6 лет прошло, она все успокоиться не может. Чувствую себя каким-то второсортным ребенком. А отец что? Раньше тоже мечтал о сыне, типа, футбол погоняю, бизнес веду, на рыбалку съезжу. Сейчас его попустила вроде. А им не поздновато вообще? Да не, сейчас вон старухи 50-летние рожают. Поздние дети – это тренд. Поздние дети либо гении, либо тупицы. Чаще тупицы. Зато им все достается. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вам звонила сегодня. Вероника Дмитриевна, правильно? Да, Сайко. А ваш сертификат? Да, спасибо. А у вас есть справка от врача? Нет. Смотрите, у нас врач принимает на втором этаже, третий кабинет справа вот сюда.
А это нужно? Да, берите, берите. Спасибо. Да, хорошего дня. Красиво плывете. Спортивное прошлое? Да, было когда-то. В очках, конечно, было бы комфортнее. Может, возьмете мои? Игорь? Да, я. А я теперь живо сразу узнал по походке и по тому, как ты ногой воду трогал, прежде чем прыгнуть. Значит, не так постарела. Постарела. Да от тебя просто глаз невозможно отвести. Слушай, давай кофе попьем. Тут, в кафе, варят замечательный кофе. Я вообще поплавать еще хотела. А, я дурак, извини, конечно, плаваю. Через час я тебя жду. В кафе договорились? Хорошо. Удачи. Даже хлорированная вода не может испортить твою красоту. Прекрати, что за грубая лесть? Мне 42 года, и я видела только что свое отражение в зеркале. Ну, ты же знаешь, красота в глазах смотрящего. Слушай, у тебя бумага какая-нибудь есть? Поищи, а? О, вырви пару листков. Да жги все, пофиг. Так это ж конспекты. Тёмочка, ж не буду брать их с собой в Польшу. А к экзаменам готовиться? Отец за все платит. Какие экзамены? Жги давай. Так значит, тебя без экзаменов берут. Уже точно? Папа сказал, что все пучком. Меня только польский. Значит, ты точно едешь? Да, что-то нет? Есть одна тема. Да, теперь я понимаю, почему ты Павла выбрала. Чё-таки такой парень. Знает, чего хочет. Но меня тогда страсти раздирали. Скажи, ты не звонила? Вспоминала обо мне? Давай не ворошить прошлое. А, да, да, конечно. Хорошо. Давай тогда о том, что сейчас. Я не женат, детей нет. Есть кое-какой бизнес. Люблю путешествовать. У меня 17-летняя дочь Катя. Паша занимается насосным оборудованием. Я долгие годы работала вместе с ним, вела бухгалтерию. А последние несколько лет уже нет. А почему? Ты же никогда не была домоседкой. Домоседкой нет, точно. Сам понимаешь, семейная жизнь. То у дочки тяжелый пубертат, то у нас с Пашей. Ника. Прости. А что ты? Перестань. Перестань. Пойдем. Пойдемте. Пойдем. Пойдем. Давай. Извини. Ну, Ник, рассказывай. Может, я смогу чем-то помочь? Но если не смогу, хотя бы выслушаю. Знаешь, как иногда полезно рассказать все случайному попутчику? Какой ты случайный. Я лучше. Так что давай, Рыжик, поделись наболевшим со старым другом. Видишь, я даже помню, что ты когда-то была задорным Рыжиком. Ну и куда все подевалось? Тысячу лет меня так никто не называл. Не знаю даже, с чего начать. Несколько лет назад я потеряла ребенка.
У меня была идеальная беременность, идеальные роды, идеальный малыш. А через месяц он умер. СВДС. Это что такое? Внезапная смерть от остановки дыхания на фоне полного здоровья. Вскрытие не позволяет установить причину. Господи. Простите, я все время думаю, каким бы он сейчас был. Какие бы сказки любил слушать, какие мультики смотреть. Чтобы совсем не свихнуться, я решила, что обязательно должна еще родить. Год психотерапии, секс по расписанию, бесконечное обследование, лечение от неизвестно чего. Ничего. Так. 8-е ЭКО. Паша уже ничего не хочет. Ни ребенка, ни меня. Еще какое-то время назад он представлял себе, как будет играть в футбол с сыном. Куда отправит его учиться сейчас. Знаешь, Рыжик, мужиков совсем другие инстинкты. И ваших женских переживаний нам никогда не понять. Прости, что я так все вывалила тебе. 20 лет не виделись, а тут бывший Рыжик истерику устроил. Бывших Рыжиков не бывает. Так что извиняться не надо. Ты на машине? Давай ключи. Я отвезу тебя домой, а сам вернусь на такси. Возражения не принимайся, давай. Скажи, какую рубашку мне надеть? У меня сегодня важная встреча. Ты голубую мою счастливую погладила? Забыла, не погладила. Ты что за ерунда? Ты же знаешь, как она мне нужна. И вообще, ты какая-то странная. Лежишь. А где кофе, где завтрак? Где нету. В ней у тебя пузо не так торчит. А кофе я тебе сейчас приготовлю. Я вот сейчас не понял. Ты считаешь меня толстым? А ты не заметила, что у тебя уже дырочки на ремне закончились? Паш, признай себе, что ты не Аполлон. Ты зачем это говоришь? Ты хочешь поссориться? Я не хотела тебя обидеть. Просто переживаю за тебя. Лишний вес в твоем возрасте – это не шутки. В моем возрасте? Ну, мы же с тобой ровесники. Ну, мои параметры не изменились с 20 лет. Я вообще не понимаю, что происходит с тобой? Что за наезды? Где мой кофе? Не волнуйся, вот твой кофе. Вот твой любимый завтрак. Ты прекрасно выглядишь. Что пишут? С чего вдруг? Никогда не интересовалась? Нет, ты все-таки очень странная. Не выспалась. Ты на работу не опоздаешь? За временем следи. Спасибо, было очень вкусно. Да, Никуш, привет. Лар, привет. Не разбудила? О чем ты говоришь? Я уже с 6 утра на ногах. Мясник хорошую цену предложил. А ты же понимаешь, кто не успел, тот опоздал. Но я уже еду в ресторан.
ты как? А давай встретимся сегодня, кофе выпьем. Ты потом на работу поедешь, а я в магазин за продуктами. Случилось что? А может и да. Ну, уже заинтриговала. Давай, колись, что там у тебя? Я Игоря встретила. Помнишь, они с Пашей 1000 лет назад бизнес начинали вместе? Ну, конечно, помню. И что он? И что он? Он красавчик. Хотя не с Пашей ровесники. Лара, как он плавает? Да уж, да. Ну, Пашку ты сама раскормила. Слушай, а этот Игорь, он женат? Вот подробности давай при встрече. Ладно. На нашем месте, хорошо? Угу. Пока. Это какой такой красавчик Игорь? И почему тетя Лариса знает, а я нет? Потому что мы дружили с ним еще до твоего рождения. Угу, до моего рождения. Это типа меня не касается? Кать, не начинай. Мама, это ты вроде начала. А где мой папуля? Ты его опять сдавать сперму отправила? И тебе доброе утро, ночью. Угу. Красавец. Он и в юности был хорош. А ты дала ему отворот-поворот, а он, помню, боже, голову потерял. О чем ты, я не понимаю. Ой, сейчас, подожди. Да что же? О, господи, я совсем забыла. Ну, проведи экскурсию по территории, залы покажи. Ну, я не знаю, я еду уже. Я совсем забыла. Клиенты приехали посмотреть территорию для свадьбы. Mm-hmm. Так это, что, Паша тебе не рассказывал? Очень странно. Игорь тогда даже свою долю отдал Паше. И исчез. Какая разница, 20 лет уже прошло. Ник, что происходит? Ты когда мне звонила, была вся такая в прекрасном настроении, а сейчас какой-то сплошной минор. Катя, мы поссорились. Повлияй как-то на свою крестницу. Не общаться, не разговаривать с ней невозможно. Постоянно хамит, грубит. Ладно, я поговорю. Никуш, прости, но мне нужно бежать. Да, я так, хорошо. Пока. Пока. Пока-пока. Надо 300 баксов. Мне за 3 месяца поляки 6000 платят. Я как только получу, сразу же тебе отдам. Реально? Тёма, тебя там не кинут? Да нет, ну там просто договоры и подписи. Ну, если все четко, то могли эти 300 баксов с первой зарплаты списать. Ну это же на оформление приглашений, на документы. Сейчас надо. Ты поможешь? Очень надо. У меня нету. Ну, а я где возьму? У меня тоже нет. Ну, котенок. Угу. Мам, я слышу тебя, да. Дрожжи и муку я взяла. Хорошо, скоро буду. Да, жди. Рыжик, привет. Игорь? Да, он самый. Не удивляйся, мы встретились не просто так. Я подумал, что приглашать тебя на свидание черновато. А вот случайная встреча на шопинге в самый раз. Какое свидание? О, я помогаю. Ты что, следишь за мной? Да, я веду тебя с самого дома. Слежку не заметил? Я шучу, шучу. Может быть, чай, кофе? Попьем что-нибудь? Извини, мне к маме нужно заехать. У нее там подружки, чай пить. Я продукты должна ей завести. О, светский раут. Дилия Александровна, как всегда, социально активна. Я восхищен. Передай привет. Ты не будешь против, если я тебе как-нибудь позвоню? А. Да, звони, конечно. Договорились? Ну все, путь открыт. Слежка снята. Прошу. Спасибо. Пока. Пока. Зачем позвонить? Ника, ну что там дальше? Рассказывай. Ну что дальше? Нашла сертификат. Угу. Поехала.
Лариса сказала, вода все смоет. Знаешь, кого я там встретила? Нет, кого? Игоря, помнишь? Ой, конечно, помню, хороший мальчик. А как был в тебя влюблен, глаз не сводил. Обыкновенная детская влюбленность. Поскольку нам было по 20, таких любовей тогда по 5 копеек за пучок можно было хоть каждый день насобирать. О, ну и насобирала. Была у тебя одна, и ту не заметила. Потому что я Пашу выбрала. Ну, конечно, ты выбрала, да. Но не сердцем, а умом. А ты меня прям насквозь видишь? Ну, конечно, вижу. Слушай, Ник, давай рассказывай. Рассказывай, что там у вас с Пашкой. Ну, не зря же ты пошла в этот бассейн что-то смывать. Ну, смыла? Давай, просеивай. Надо полкило. Сказал, что ему надоело жить по расписанию моих овуляций. И если мне так приспичило, могу себе найти другого донора. Ого, даже так? Мам, я правда чокнулась? Правда, но это все равно, что мы думаем. Ты нашла силы в себе жить дальше. Благодаря этому спасательному кругу. Вот и держись за него, пока он нужен. Что, Павел все так же категоричен против усыновления? Так же категоричен. Ну, а шанс завести ребенка еще есть? Угу. Ну, так давай. Давай, хватайся за него. Как? Мне давить на него? Ну, я не знаю, по какому пути ты пойдешь. Господи, мама, терпеть не могу, когда ты говоришь такими загадками. По какому пути? У меня единственный путь – это 9-е ЭКО. Доктор сказал, я могу сама забеременеть. Ну, вроде после такого количества процедур, всей этой гормональной терапии, вроде бы женский организм готов. А мужской? Про донорский материал она тоже говорила. О, так она тебе советует завести другого партнера? С более высокой репродуктивной способностью, мам, так что ли? Ты невыносима. Ну, правда. Прости, мне уже нужно бежать. Здесь еще 150 грамм нужно. Пока. Ничего, ты у меня взрослая девочка. Сама разберешься. А я всегда буду рядом. Решу. Чтоб ты не сомневался, Пашенька. Рыжик, ты уже соскучилась по мне? Откуда у тебя мой номер? Если я выследил тебя в супермаркете, неужели ты думаешь, я не смогу узнать твой номер телефона? Опять твои шуточки. Игорь, ты меня преследуешь? Ну, представь, ты случайно встречаешь меня. Мы зашли выпить чашечку кофе, и тут я разрыдался. Неужели ты бы не побеспокоилась обо мне? Да, ты прав, побеспокоилась бы. Спасибо, мне просто неловко. Забей, я рад встрече и просто хочу тебя еще раз увидеть. Игорь, прости, я подъезжаю к дому, мне нужно припарковаться. Неудобно разговаривать. А, все, я тебя не отвлекаю. Жду тебя сегодня вечером в 6 на соседней дорожке в бассейне. Пока. А... Привет, ты когда будешь? Думаю, что на ужин приготовить. Ника, страшно занят. Но я же говорил, что у меня сегодня важное мероприятие. Я встречаю партнеров, потом деловой ужин за городом. Но меня сегодня не будет. Ну, а по поводу готовки, решай сама. Я тебе завтра наберу тогда. Ну, давай, милая, давай. Пока. Кать, обедать будешь? Что-то незаметно, что у нас есть обед. Ну, пока нет. Я могу быстро что-нибудь приготовить. Ты вообще голодная? Странно, что ты спрашиваешь. Утром тебя не волновало, что нет завтрака.
Обычно ты не завтракаешь. Почему я должна волноваться? Мне кажется, или ты хочешь поссориться? Ой, мам, признайся уже, что ты просто забыла обо мне. Ну что за ерунда? Тебе 17, и ты в состоянии сама приготовить. Папу ты кормишь. Это совсем другое. Да, совсем другое. Виталика ты бы тоже кормила. Опомнись. Знаешь, мам, не нужно мне готовить обед по-быстрому. Я найду, где меня нормально покормят. Спасибо. И за что тебе такие деньги платить будут? Яблоки собирать там, саженцы сажать. Ну, что-то в этом роде. Сельхозработы? Круто. Ну, а что? На выходных буду к тебе приезжать. Слушай, ты бабки нашла? Кать, я дам. Все по чесноку. Ну, где я их тебе возьму? Родителей просить? Слушай, может, твои помогут? У отца ж есть, наверное. Есть. Но они для меня. Он и маме на операцию не дал, так мы всей семьей собирали. Может, скутер продать? Ну, жалко. Ладно, я что-то придумаю. Вообще, плавание – это лучший антидепрессант. Я это на себе испытал, и когда тренером работал. Да, и теперь всем друзьям говорю. Между бутылкой и психотерапевтом выбирай бассейн. Тренером работал? Да, было дело. Много воды с тех пор утекло. Во всех смыслах. Я 1000 лет в бассейне не была. Странно, конечно, что мы одновременно оказались в одном бассейне на соседних дорожках. Это не случайно. Ты подстроил это? Ну, как я мог подстроить? Просто в последнее время я очень много думал о тебе. О нас с тобой. Как бы все могло сложиться, если бы я тогда не отступился? Но мысли, они материальны. Так что, считай, я тебя силой мысли в воду затянул. Не могу поверить. Ты сегодня никуда не спешишь. Да, сегодня, думаю, переговоры затянутся до утра. Партнер уж очень изговорчивый попался. Можно вечно на это смотреть. Он твой. Но учти, через месяц ты перестанешь его замечать. А еще через полгода тебя начнут бесить самолеты, снующие туда-сюда. Да, и ты будешь прятаться за закрытыми окнами. Такой у тебя план? Держать меня здесь полгода? Ты маньяк. Кстати, отличная идея. Но план был другой. Я же обязан тебе жениться после всего того, что между нами было. Не переживай. От этой обязанности я тебя освобождаю. Нет, я не хочу. Надо, чтобы всю жизнь.
чем занимаешься? Чим ще займуєш? Да, бабуль, привет. Да, как дела? У меня все хорошо, да. Вот, да. Слушай, я поговорить хотела. Я свой новый ноут чаем залила. Родители, если узнают, загрызут. На ремонт $300 нужно. Да, так мастер сказал. Какой смысл твоему соседу показывать, если мастер уже смотрел? Дешевле возьмет. Ладно, я подумаю. Спасибо, пока. Угу. Я не знала, что ты ко мне заедешь. Я думала, что это очередное алиби для Павла. А его не удивляет, что ты ко мне так зачастила? Мне кажется, ему вообще все равно. Где я, с кем я? Сколько будет продолжаться эта игра? Или пока, ой, фертильность Игоря себя не оправдала? Мам, месяц – это еще небольшой срок. Господи. Хорошо, что ты будешь делать с Игорем, если все произойдет так, как ты хочешь? Что, скажешь, свободен? Мавр свое дело сделал, Мавр может уходить. А с Павлом? Он что, думаешь, поверит в это чудо? Ты вообще с ним спишь? Мама. Ну что, или ты заставишь его поверить непорочное зачатие? Игорь хочет, чтобы я ушла к нему от Паши. Игорь хочет. А ты что хочешь? А я хочу изменить свою жизнь. Так, чтобы мне было ради чего жить. Ты влюбилась? Мама. Ну, не мамкой, отвечай. Влюбилась? А если я влюбилась? Я что, не могу? Тебя наш общий с Пашей знакомый. Прости, нас не должны увидеть вместе. Я понял, выхожу. Угу. Да. Послушай, мы с тобой взрослые люди, а бегать, прятаться я не вижу в этом никакой романтики. Я хочу быть с тобой. Я хочу засыпать и просыпаться с тобой. Планировать будущее, путешествовать. А не зажиматься по углам, как школьники. Если ты хочешь того же, надо принимать решение. Ты понимаешь, что сейчас это сложно? Я не понимаю. Если ты хочешь того же,
если мы хотим иметь нормальную семью детей. Ну что в этом сложно? Ты знаешь, что детей может не быть. Ну как это может не быть? Мы усыновим. Возьмем из детдома и усыновим. Игорь. Ну, конечно, усыновим. Два эспрессо для Ларисы Сергеевны и ее подруги. Для Ларисы Сергеевны? Mm-hmm. Так она ж кофе после обеда обычно не пьет. Какой наблюдательный. Ну, не знаю, разговор, наверное, серьезный. Ладно. Mm-hmm. Ларис, да, я понимаю, новость неожиданная. Это еще мягко сказано. Ты сама знаешь, как у нас все было последнее время. Ой. Ну и что? Ну уходить? Еще и к Игорю. Прости, понимаю, ошарашила тебя. Я поэтому хотела сначала с тобой встретиться и поговорить. В конце концов, ты для меня сначала моя подруга, а потом уже сестра моего мужа. Ты не забывай, что я вас познакомила. Значит, я отвечаю за ваш брак. Да ни за что ты не отвечаешь. Вообще здесь нет никого виноватого. Мы давно отдалились друг от друга. И пока работали вместе, еще как-то это не ощущалось. И сейчас... Ника, миллионы людей так живут. Да. Мало кому удается жить, как сиамские близнецы. Это же не трагедия. А о Кате ты подумала? Где в этой всей схеме Катя? Подумала. Подумала. Она уезжает учиться в Польшу. Надеюсь, ей будет не до того. Кто тут и с кем тут? Все, ты же все распланировала. Зачем я тебе? Зачем? Что ты хочешь? Ты хочешь благословения, поддержки, чего? Понимание, Ларис. Понимание. Ник, ну я... Я еще понимаю, если бы ты нашла мужика помоложе. С хорошим, так сказать, генофондом. Лариса, ну... А не вот этого призрака прошлого. Да. Честно, я не могу сказать, что я за тебя рада. Правда. Это какое-то необдуманное решение, хотя оно твое. Только я тебя прошу, давай пока Паше не говорить. У него там на работе просто завал. Да, я... Мне самой нужно как-то подготовиться. Ты тоже ничего не говори. Нет, я молчу. Угу. И ты не говори. Угу. Спасибо. Давай. Пока. Все будет хорошо. Паша, надо поговорить. Нет, это срочно. Все, я еду к тебе. Давай. Ой, боже мой. А ты что думал? У тебя получится всю жизнь на семью забивать? Да я все для семьи делал. А личная жизнь, на то она и личная. И что ты, сестренка, вдруг о морали вспомнила? Ты сколько покрывала мои заголы? Ники столько лапши на уши навешивала, что у меня у самого глаза на лоб лезли. А теперь, оказывается, я козлина. А кто ты? Ты же ни одной юбки не пропустил. Да мои девочки в отеле уже со счета сбили, сколько ты баб туда перетаскал. Даже удивительно, что Ника до сих пор налево не посмотрела. Зато она так посмотрела. Так посмотрела! И откуда только он взялся. Случайно встретились? Вообще, какая разница? Да есть разница! Да просто отпусти ее! Что, бизнес делить? Миссия уйдет от меня! Ничего моего ему не достанется! Никогда! Thank you.
Ну что у нас на ужин? А где Катя? А что ты так ко мне присматриваешься? На ужин у нас лисички в сметане с картошкой. Катя, у бабушки я не присматриваюсь, тебе показалось. Ну и отлично, что Кати нет. Так бы она все лисички съела. Голодный, как волк. Паш, послушай. Ну, а ты говори, я слушаю. Вкусно. Понимаю, может, это не самый удачный момент. Но хочу сказать сейчас, без всяких прелюдий. Паш, я ухожу от тебя. Прости. Уходишь? То есть это... Ты хорошо все обдумала, и это твердое решение? Да. Я понял. Ну что ж, если ты не решила... Ника, не уходи. У нас просто что-то пошло не так. Я виноват, но я люблю тебя. Я знаю, и ты меня любишь. Мы выросли друг в друга, мы 20 лет вместе. Это сложные времена, просто они бывают. Они пройдут, я заставлю их пройти. Паша, мы уже давно стали чужими друг другу. Ты все время на работе, я дома. Катя выросла. Нас ничего не объединяет, кроме быта и графика моих овуляций. Это называется кризис семейной жизни. Но он пройдет. Мы сможем вместе это все пережить. Я правильно понимаю, ты уходишь не в никуда? Я встретила Игоря. Значит, это Игорь. Снова на сцене старый соперник. Ты любишь его? Паша, сейчас речь не о любви идет. Я хочу жить полной жизнью, а Игорь... А Игорь, он, конечно, может ее наполнить. Да, именно. Слушай, ты 20 лет не видела и не слышала этого человека. Чем он жил? Что он из себя сейчас представляет? Да какое это имеет значение? А если бы это был не Игорь? Ну да. Ты права. Игорь или не Игорь, это не имеет никакого значения. Но знаешь, что самое важное? То, что ты сказала. Что о любви речи не идет. Ника, мы с тобой столько пережили за эти годы. Мы сможем справиться, но ты же знаешь, Ник, мы вдвоем одно целое. Мы просто забыли об этом. Я забыл. Прости меня. Просто я как-то, привык, что ты всегда рядом, что ты меня любишь. Я тебя люблю. Давай попробуем последний раз. Не выйдет, пойдем вместе в школу приемных родителей. Я узнавал, нам это просто необходимо. У нас будет сын. Вот увидишь, родная. Ник. Можешь мне верить?
Так, поднос пластиковый. 3, хорошо. Стаканы 28. 28. Остается она. Что ж ты ей наплел, Павлик, кретиныш? Что ж ты не отпустила? Макс, что ты так долго, слушай? Да, у нас там в зале посетитель разбушевался, и мы его успокаивали с Валеркой. Успокоили? Ну, не совсем, он пьяный просто очень. Мы, знаешь, как это пытались, а он все. Я посетитель, это... Так ты, значит, со мной решил отправить в отставку, как только Павлик поманил тебя пальчиком. А я же был уверен в тебе. А ты, казалось, насквозь лживо, ищешь только там, где выгодно. Господи, Игорь, какая выгода? Подожди, подожди. Тебе Павел не давал денег, внимания. Тебе стало скучно жить, а тут подвернулся Игорь. Вечно влюбленный. Как нельзя кстати. Прости. Игорь, мы... Мы? Ты говоришь, что хочешь быть со мной? Я же готов был дать тебе все, что угодно. А теперь нету этих «мы». Нету. Мы с Пашей прожили 20 лет вместе. Куда девать эти годы? Прости. Я решила дать нам шанс. Все понятно? Уходи. Твою Ниночку там встретила. Как-то очень странно она на меня смотрит. Тебе кажется. Я тут Пашу на днях встретила. Прям красавчик такой, подтянут, такой весь, знаешь, свеженький, как огурчик. Все, секс вместо ужина, да? Варь, пожалуйста, не смущай меня. Все хорошо. Нина! Ты иди, иди, потом уберешь. Просто все чудесно. Уже месяц. Даже не верится. И мне кажется, он меня простил. Нина, какое слово из моей просьбы было непонятно? Иди, потом уберешь, говорю. Ну. Все, все, тихо, тихо. Нет, что за люди? Так, не поняла, что простил? Мою измену. Мы верим друг другу. Ему, конечно, труднее, он ни в чем передо мной не виноват. Ну да, конечно, твою измену. Верите, значит, друг другу, да? Да. Так, стоп, надо сейчас сосредоточиться на деле. Мы встретились, чтобы обсудить день рождения Паши. Лар, мы уже все обсудили. И меню, и музыку, и гостей, и даже наряд. Вот ты тут под фантиками... Список оставила. Я все контролирую. Мне нужно ехать, я такси вызвала. Подожди, почему такси, а где Паша? У него какой-то ужин с партнерами. Сказал, поздно будет. Господи, ужин с партнерами, конечно. Что ты тут шепчешь? Чего говорю? О, кажется, такси за тобой приехало. Все, пока. Давай. Береги себя. Пока-пока. Пашенька, привет. А что ты творишь, а? Она тебе верит, а ты? Я тут Нинку приструнила. А у тебя, значит, ужин с партнерами, блин. Ох, сам разберешься. Ну, разбирайся, давай. Гаденыш. Друзья, я тоже хочу сказать тост. Внимание.
Потому что Ника, кроме своего «люблю, не могу», так толком ничего и не сказала. Но мы люди привычные. Ты не обижайся, мы тебя не за красноречие любим. Ой, спасибо. Да, я хочу сказать о своем брате. Мой дорогой брат, мой младшенький братик, мое сокровище и мой крест. С тех пор, как ты появился, ты настолько ворвался в мою жизнь, что просто никто в нее больше не помещался. Да и не особо нужен был. Все детство с тобой носилось, всю молодость оберегала. Да, вот даже лучшую подругу за тебя замуж выдала, чтобы далеко не отпускать. Катеньку твою крестила. Да, надеюсь, еще внуков твоих нянчить буду. Угу. И знаете, нет такого секрета, которого бы я о тебе не знала. Но и нет такой проблемы, которую ты не помог бы мне решить. Спасибо тебе. Я очень рада, что ты у меня есть. Так что будь мне здоров и счастлив за моего брата. Спасибо. Спасибо, старушка. Очень рад слышать, как ты меня любишь. Ну, а вот про секреты это, конечно, лишнее. Начинается. Ну и зачем ты про внуков загнула? Я, между прочим, готов еще папой стать в ближайшее время. Паша, зачем ты так при всех? Это наши семейные. Да ладно, успокойся. Нужно подумать, что тут кто-то не в курсе наших дел с пробирками. Слушай, когда ты успел надраться, братик? Держи себя в руках. Лара, ты нарушаешь традицию. Я удивлен. Я сегодня весь вечер принюхился возле кухни. Боже мой, как я могла забыть? Да. Конечно. Итак, я подготовила для вас традиционный гастрономический сюрприз. И кто отгадает, что сегодня на горячее будут подавать для нашего именинника, ну и, конечно, для вас, для всех, тот в подарок получит рецепт. Так что поехали. Мне кажется, что это телятина под трюфельным соусом. А вот и нет. Папина любимая утка с яблоком. Торт. Птичье молоко. Это же не горячее. Что ты несешь? Может быть, Лара даст рецепт, и ты меня будешь тортиками кормить? Может, ты объяснишь, что это было? Ты хочешь поговорить? Еще бы. Прямо сейчас? Ну, ладно. Я и сам ждал удобного момента. Говори. У меня есть женщина. У нас будет ребенок, сын. Я ухожу от тебя. Ты оглохла? Я ухожу. За вещами приедет Ольга Михайловна. Ты там собери мне на первое время. Мам, я ухожу. Мам, мне идти нужно. Мам, мне папа звонил. Хорошего дня, Кать. Не задерживайся, ладно? Thank you.
Ольга Михайловна, здравствуйте. Только ничего не говорите. Ничего не говорю, молчу, молчу. Спасибо. Нет, я не могу молчать. Вероника Дмитриевна, вы, дорогая, вы можете на меня рассчитывать во всем, абсолютно во всем. И только, не дай бог, не подумайте, что я знала, что я прикрывала. Ольга Михайловна, я вообще об этом не думаю. Какое это имеет значение? Знали вы или не знали? Для вас нет, а для меня – да. Потому что ваша семья, вы с Пашей, с Павлом Сергеевичем, вы же для меня как родные. И если бы я что-то заметила, я бы могла вас предупредить. А вы бы могли бы что-то предпринять. Серьезно? Что предпринять, Ольга Михайловна? Пояс верности на мужа надеть или яд любовницы подсыпать? Не вы, а я должна была что-то заметить, а теперь это не имеет никакого смысла. Теперь у него сын. Вы на такси? Нет, Павел Сергеевич мне дал машину. Виктор меня дожидает. Ну, до свидания. Привет, давно ждешь? Ну, сори, препод никак не отпускал. В колледже дурдом, дома дурдом. Мама рыдает или молчит? Бабушку не пустила, это бы хоть суп сварила, а то дома жрать нечего. Пошли. Ну, что слышно на стороне? Батя не перебесился? Назад не просится? Да, а что ему назад? Ему там норм, походу. У него новая любовь, новый ребенок, новая жизнь. А ты видела эту его новую любовь? Не-а. Знаю только, что тренер по фитнесу зовут вроде Алена. Но это тетя Лариса сказала, она тоже вроде не очень в курсе. Мама вообще из спальни не выходит. Ну, у мамы твои свои расклады. Ее бросили, а тебя вроде нет. Для тебя, доченька, ничего не изменится. Я всегда буду твоим отцом, всегда буду тебя любить. А конкретнее? А конкретнее сказал, что денег на Польшу даст, только чуть позже. Какие-то проблемы на работе. Вот. Проблемы на работе. Потом появится ребенок. Начнутся проблемы с ребенком. Потом новая девушка захочет себе новые титьки, новые зубы. И с ними начнутся проблемы. Потом новую машину. Смекаешь? Ну, а я что могу сделать? Во-первых, не бесить отца и не становиться на сторону матери. Во-вторых, ну, не знаю, попробуй подружиться с этой его новой девушкой. А в-третьих, попроси у него деньги за учебу заранее. Ну, чтобы тебе посреди семестра не сказали «Прошу, пани, все скончили пенензы». Умный какой, смотри, чтоб самого с Польши не кинули. У меня все схвачено. Не буду я ни с кем дружить. Да, алло. Нет, сегодня не получится, я дома уже. Угу. Давай на выходных. Да, хорошо, я позвоню. Давай. Ищешь? И есть хочу. Ты почему бабушку не пустила? Она приготовила хоть что-нибудь. Давай пока без бабушки. То она приедет, начнем всех спасать. А я сейчас не могу. Купи себе чего-нибудь и приготовь. Мам, ну ты же знаешь, у меня времени нет. Колледж, еще польский сейчас с репетитором. Вот как? Значит, твои планы не поменялись. С папой говорила? Да, говорила. А что, нельзя? Он меня обещал познакомить со своей невестой. Славно. Ну, мам. Мам. Мам, ну прости меня. Я не собираюсь с ней знакомиться, честно. Катя,
Давай у тебя будут отдельные отношения с папой. Вот совсем отдельные от меня, пожалуйста. Хорошо. Хорошо, я понимаю. Я нашла очень хорошего психотерапевта. Он как раз специализируется на постразводных синдромах. А есть такой синдром? А ты что думаешь, ты единственная? Знаешь, сколько женщин переживают кризис в подобных ситуациях? Женщины, да? А мужчины что переживают? Вторую молодость? Расцвет? Ника, милая моя, ну хватит о нем думать, слышишь? Есть факт, у него будет ребенок, ему нужен развод, понимаешь? Ну, а потом, я так понимаю, раздел имущества. А ты жестокая. Чего это я жестокая? Чтобы продолжать жить, нужно отрезать больное. Это как операция. Говоришь, как хирург. Ладно, я все понимаю. Мне звонил некто Андрей, юрист. Завтра я с ним встречаюсь. Паша на мои звонки не отвечает. Катя странно себя ведет. Ты с Пашей говорила? Паша вообще исчез со всех радаров. Только смс-очки мне пишет. У меня все в порядке, понимаешь? Ну и что мне делать? А что делать? Встречаться с юристом, разводиться, подписывать бумаги. Жить, Ника. Здравствуйте. Меня зовут Вероника Сайко. Мне звонил Андрей Ткач. Добрый день. Да-да, он вас ждет. Да, здравствуйте, это я вам звонил. Проходите. Спасибо. Добрый день. Присаживайтесь. Вероника Дмитриевна, Павел Сергеевич поручил мне представлять его интересы в бракоразводном процессе. Я скажу сразу, вы тоже можете поручить сопровождать развод юристу. А вы думаете, я сама не справлюсь? Ну, обычно клиенты предпочитают минимизировать свое участие. Павел Сергеевич, видимо, сейчас очень занят решением личных вопросов, а я могу принять участие. Так что, если мне понадобится помощь адвоката, я обязательно обращусь за ней, не сомневайтесь. Не сомневаюсь. Андрей, слушай, это дело. О разводе. Давай я подключусь. Нет, Ириш, это мой клиент, спасибо, не надо. Ладно, но если что, ты говори. Клиент. Как же? Я видела. Там не клиент, а клиентка. Симпатичная, кстати. Но наш железный человек даже кофе ей не предложил. Марточка. Ой, можешь водичечки для Марты? Да. Вот так. Вот так, моя хорошая. Держи. На водичечки. На. Попей водичечки. Ну, не хочет. Так что, ты говоришь, что познакомилась с юристом Павла? Ты бы его видела, мам. Сухарь. Отглаженный. Стрелочки на брюках. Прям порезаться можно. А вел себя так, вроде ты я подаю на развод и пытаюсь все отсудить у мужа. А Паша такой бедный, несчастный, всю жизнь пахал, на меня перевел бизнес. А вот когда встретил свое единственное бескорыстное счастье, я пытаюсь ободрать его как липку. А почему ты считаешь, что он должен с тобой как-то иначе говорить? Его клиент Павел, а не ты. Знаешь, мам, для разнообразия можно было бы хотя бы поддержать меня. Я тебе хотела посочувствовать. Но ты меня не пустила. Ну, прости, я уже говорила. Все, я простила. Но раскисать тебе не дам. Большое горе, ушел нелюбимый муж. Да ну как ты можешь? А что? Да, могу. И перестань себе врать. Тебе нужен был ребенок. Для этого были и Павел, и Игорь. Ну все, уже эта тема не актуальна. Поэтому включи голову, выслушай этого Андрея, прочитай документы и действуй. Если у вас возникнут какие-то вопросы, вы сразу спрашиваете. В бракоразводных процессах нет мелочей, поэтому неясности быть не может. Угу.
Спасибо, Андрей. В документах вроде бы все понятно. Скажите, как вообще все это будет проходить? В вашем случае раздел имущества процесс не быстрый. Вы ведь вместе с мужем создавали фирму. Но Павел Сергеевич торопится и хочет оформить развод быстрее. Я не совсем с этим согласен, но следую его пожеланиям. Развод в суде будет? У вас несовершеннолетняя дочь, поэтому, да, развод в суде. Заседание через несколько дней. Я вас обязательно уведомлю. Процедура не займет много времени. Пара-тройка формальных вопросов от судьи, и все дело сделано. А если я вообще откажусь разводиться? Не советую. Развод состоится в любом случае, вы только усложните себе жизнь. Мою жизнь сейчас трудно назвать простой. Долго еще? Что ты там вообще хочешь увидеть? Слушай, валяй отсюда, а? Хочу здесь стоять и буду. Ладно, ладно. Отца видела? Не, мама зашла. Может, я его пропустила. Муж пришел? Пока нет. Андрей Георгиевич, я больше не могу вас переносить. Судья и так уже злится. У него рабочий день полчаса назад закончился. Давайте назначим другое время. Андрей, что происходит? Где Паша? Он сегодня не выходил на связь. Хорошо, давайте я извинюсь перед судьей, мы суд переносим. Тогда я свяжусь с вами в ближайшее время. А на сегодня вы свободны. Вы можете объяснить, что происходит? Где он? Я позвоню ему в ближайшее время. А пока до свидания. Как до свидания? Он что, пропал? Только не нужно рассказывать эту ерунду про 3 дня для подачи заявления о пропаже. Я знаю Пашу. Он не мог так просто исчезнуть. Явно что-то случилось. Хорошо, я постараюсь ускорить процесс. Ну что, какие новости? Мама с каким-то мужиком вышла. Отца видела? Слушай, может, он передумал? Может, он вернется? Ведь так бывает. Слушай, я не знаю. Кать, пойдем. Мы и так здесь уже целый день простояли. Идем. Спуститесь ближе к реке, может, еще что-нибудь найдете. Ты же знаешь это место. Водоворот. Ничего там не найдет. На заправке сказали, что он с беременной бабой был. Они ругались. Блин, еще только беременные бабы тут не топились. Не-не, она в город вернулась. Заправщик видел, как она тачку ловила. Машина узнает. Серебристый джип. Пробьешь по камерам? Конечно. Давай. Лео! Лео, твою мать! Где ты? Это что такое? Почему клиенты опять жалуются? Рис то доваренный, то переваренный. Ты передай этому практиканту, что я его в посудомойке переведу, ясно? Хорошо. Хорошо. Лариса. Что? Вашу машину мы нашли. Так, спокойно. Пойдем отсюда. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем. Спокойно. Так, что ты говоришь? Где нашли машину? А Паша? Паша, что? Нашли только машину и одежду. Садись. Выдыхай. Спокойно. Давай по порядку. Где нашли машину? В
обрыв. На обрыве, помнишь, мы там в детстве... Нам прыгать там запрещали. Вот там. Ну, все хорошо. Паша это дно знает, как свои 5 пальцев. Господи, Лариса, там водоворот. Тело вообще могут не найти. Господи, да что за хрень? Тело. Я вообще даже не желаю слышать об этом. Глупость какая. Так, спокойно. Что говорит полиция? Какие у них версии? Это нападение, это ограбление, похищение. Что? Они меня спрашивали, не было ли у него попыток суицида. Ну это глупо. Паша не способен на это. Да. А что ты знаешь про его отношения с этой? Может, там что-то у них произошло? Они были вместе. Она вроде уехала раньше. И знаешь, вот она говорит, что ничего не знает или скрывает. Ника, милая, хорошая моя, послушай. Да никакая женщина не способна довести Пашу до самоубийства, ты слышишь? Ой, Господи. Думаешь, он жив? Я ничего не думаю. Ты знаешь, я вообще сейчас думать не могу. А как Катя? Катя, она ничего не знает, она у мамы. Да я поеду к ней. Лара, я... Он бы не поступил так со мной, правда? Ник, прости, я не могу сейчас об этом говорить. Ты поезжай. Я не понимаю, как это могло случиться. Даже поверить не могу. А я знаю это место. Там всегда несчастные случаи происходят. А мама в своем репертуаре. Так, я что-то запуталась. Ты плачешь, потому что папа на суд не пришел? Это же вроде хорошо. Нет? Катюша. Катюша, иди сюда. Ну, что еще? Катенька, мы с мамой должны тебе кое-что сказать. Просто с твоим папой произошло несчастье. Он жив? Он жив? Мы не знаем. Машину нашли возле реки. Есть вероятность, что... Катюша. Это ты виновата. Это ты во всем виновата. Подожди, Катя. Катя. Катя, подожди. Подожди, говорю. Ну что? Катька не отвечает, я написала Артему. Ну, дай ей время. Это я во всем виновата. Сама собственными руками взяла и разрушила свою семью. Помешалась на ребенке. Ну, ты, может быть, и помешалась, но зато была честна с ним. А вот он нет. Вот и расплата. Ой, мама, что ты...
какая расплата! Дикость какая-то. Не должно было этого произойти. Он прекрасно умеет плавать. Он сам человека когда-то спас на море. Ну, тонут не те, кто не умеет плавать, а те, кто умеет. Ой, Господи. Расплата за самонадеянность. Как на воде, так и в отношениях. То есть ты думаешь, что Паша погиб? А ты думаешь, он залег на дно? Извини, это так, иносказательно. Артем не знает, где Катька. О, Господи, что делать? Поиски Павла Сергеевича продолжаются. Возможно, он взял тайм-аут. Такое бывает, так что... Будем рады, если он найдется. И надеемся, что Павел Сергеевич жив-здоров. Но это к делу не относится. Вот долговые обязательства. Срок погашения истек. Мы хотим получить свои деньги. Насколько я знаю, Павел Сергеевич собирался закрыть этот вопрос, но сейчас, ввиду его отсутствия... Собирался закрыть, да не закрыл. Исчез. Возможно, с деньгами. Но кто у нас по документам числится? Вероника Дмитриевна? Она-то у вас никуда не пропала. Вот пусть должок и отдает. Я прав, Андрюша? Да, безусловно, но... Я просил бы подождать, пока что-то прояснится с исчезновением моего клиента. Тем более Вероника Дмитриевна, она давно отошла от дел. Мне-то что? Вы можете ждать. Мы ждать не будем. Здесь все. Цифры, проценты, пеня по просрочке. И ее подпись. Так что на ее месте я бы поспешил. Я понимаю, как это произошло. Паша спятил? Как его угораздило пойти на эти условия? Как его угораздило бросаться с обрыва? Ты думаешь, это из-за долга? Не знаю, но такая сумма. Ты говорил Веронике про этот долг? Или она в курсе? Он уже ее 2 года как отстранил от дел. Катюш, еще пока ничего не известно. Нужно надеяться, что с твоим отцом все в порядке. И что? Куда он делся? Сбежал? Я не знаю. Я просто надеюсь. А мне на что надеяться? Мне денег обещал дать на учебу в Польше и вообще на жизнь. А теперь что? Я не поняла, мы тут волнуемся, жив он или нет, а ты о деньгах. Даник. Лара, Катя пропала. Я ей сказала про Пашу, она... Катя у меня. Хорошо, я приеду сейчас. Нет, не надо, я ее сама привезу. Встретимся у вас. Что? Что такое? А тебе не все равно? Жив или нет, главное же бабосики. А ему не все равно, жива или нет? А ей, мамулечки мои, не все равно? Я же не Виталик, я же не умерла, чтобы о мне переживать. Катя, что ты несешь? Ничего, я сама могу о себе позаботиться, так своей подружке и передай. О, Боже мой. 6 лет назад ты потеряла сына. Родила, через месяц похоронила. А вот сейчас, Ника, ты рискуешь потерять дочь, которую любишь 17 лет. И при этом Катя несчастный, одинокий ребенок. Поговори с ней. О чем мне с ней говорить? Она меня не слушает. Делает все назло. А ты ей просто скажи, что ты ее любишь. Вот так просто, сильно-сильно. Больше всех на свете. Обними. Ну, знаешь, Господи, это так важно. Ну, что ребенку еще нужно? Я так понимаю, отъезд Кати отменяется? А что будет с компанией, с бизнесом? Кто этим всем будет заниматься, пока Паша не вернется? Я должна восстановиться в компании. Андрей говорит... Я пока вроде вместо Паши. Вместо Паши. А юридически когда должны его признать, как это, без вести пропавшим? Андрей сказал, через год.
Господи, как много этого Андрея. Андрей сказал, Андрей сделал. А с кем мне еще об этом говорить? Он единственный в курсе всего. А должна быть в курсе всего ты. А главнее должна быть Катя. Никуш, тебе нужно до нее достучаться. Но ты же твоя девочка. Твой цветочек. Моя девочка. Все будет хорошо. Котенок, ну мало ли, ну может подцапался со своей этой спортсменкой, не знаю, или напился, или проиграл кому-то и слинял куда-то. Вот у меня так у двоюродного брата. У меня отец не напивается и не играет. Ну мало ли, я просто предположил. Ну, всякое в жизни бывает. Слушай, пойдем где-то повесим, а? Давай только недолго, у меня скоро с собаками начнут искать. Слушай, я вот о чем подумал. Было бы неплохо, если бы ты узнал по поводу наследства. Ну, проще было бы, конечно, если бы твой папа реально умер. Знаешь, как кино бывает, типа, жив или не жив? Артем, это мой папа. Ну я что, спорю, что ли? Хотя какое наследство? Тебе еще 18 нет. Ты тупой, что ли? У меня отец пропал, понимаешь? Уж больше твоего. Ну, про Польшу теперь можешь забыть. Неправда. Мне отец обещал. Катя? Катюш. Мам, ты чего? Папа? Нет, нет. Новостей пока нет, но для нас это, думаю, пока хорошо. Идем, я покормлю тебя. Я не хочу есть. Кать. Мам, может, нужно было меньше доставать папу с ребенком и со всем остальным? Жили бы себе нормально. Знаешь, я сейчас думаю, что зря настаивала. Я просто верила, что малыш нас объединит. Когда в семье появляется маленький ребенок, люди становятся ближе друг к другу. Хочется дарить свою любовь, отдавать ее. Люди начинают скакать вокруг своих детей, как... У них уже крышу сносит от этой любви, и всем уже тошно от нее. Ну как может быть тошно от любви? Кать, я люблю тебя. Извини, что была невнимательна к тебе. Я не хотела тебя обидеть. Иди сюда. Идем, поедим. Бабушка передала свои фирменные котлеты. Давай. Что ты так долго? Мы не опоздаем? Туда не опоздаешь. Мне так это сообщили, будто я с почты должна посылку забрать. Приезжайте на опознание. А ты какие таблетки сегодня принимала? Я думала, ты в истерике биться будешь. Мама дала что-то. Сказала на крайний случай. Вот он и наступил. Похоже, маминых таблеток не хватит. Так, пойдем. Давай, 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 пойдем. Проходите. Проходите. Вы готовы? Да. Thank you.
Это Павел Сергеевич Сайко. Это не он. Это не Паша. Посмотрите внимательнее. Смерть сильно меняет человека. Простите, мне нужно выйти. Это не он. Тяжелый день. Ларис, мне пора. Андрей позвонил, сказал, нужно срочно встретиться. Тебя подвезти куда-то? В ресторан? Нет. Подбрось меня до машины. Макс, привет. Как у вас там? Спокойно? Да, да, здесь все норм. Как там у тебя? Да тоже все хорошо. Это не Паша. В принципе, я это и сама знала. Можно было не ехать. Я просто знаю, что он жив. Я чувствую. Слушай, Макс, это, мне тут надо еще помотаться по делам. Так, а ты надолго, тебя вообще сегодня ждать? Не знаю, Славки, не знаю. Я скучаю. Пока. Вот договор на покупку насосных станций. Вот это доп. Соглашение. Вы видите, какие суммы? Вот еще договор. Какие-то астрономические цифры. Не понимаю, Паша всегда был осторожен. Вот это договор на получение Павлом Сергеевичем кредита. Подождите, а сроки? Да. Сроки, увы, прошли. Я не понимаю, как такое могло произойти, ладно? Я позже разберусь. Может быть, вам воды? Так, Андрей, я правильно понимаю, для того, чтобы мне рассчитаться с долгами, нужно продать компанию. Да. И квартиру? Возможно, но с квартирой пока можно подождать. Хорошо, вы поможете мне? А что вы так смотрите? Думали, я истерику устрою? К сожалению, мои психи делу не помогут. Я могу на вас рассчитывать? Да, конечно. Еще вопрос. Скажите, эти кредиторы могут быть как-то связаны с исчезновением Павла? Ну, насколько мне известно, полиция не рассматривает такую версию. Семье моей угрожает опасность? Я не обладаю такой информацией. Ясно. Значит, возможно, все, нужно спешить. Хорошо, готовьте документы, я продаю. Да, выдержка, конечно, у нее, будь здоров. Я бы на ее месте услышал такую новость. Накатил вам, как минимум, валерьяночку. Женщины. Кто их поймет? Ольга Михайловна, здравствуйте. Ларисочка. Павел Сергеевич. Давайте не будем разводить сырость. Еще ничего не понятно. Вы думаете, что он может... Я не строю поспешных выводов. Ольга Михайловна, у меня к вам пару вопросов. Да, извините, извините. Конечно. Я вам все расскажу. Павел Сергеевич для меня ведь как сын. Да-да. Мне как-то Павел рассказывал, что он встречался со своим старым другом, с одноклассником. Олегом. Вот-вот-вот, да. Вы знаете, он мне свою визиточку оставил. Сейчас.
У меня здесь полный порядок во всем. И в документах, и в контактах. Так, нет. Вот. Прошу. Ольга Михайловна, вам цены нет. А что этот Олег? Вы знаете, он мне сразу не понравился. Не вашего круга. До свидания, Ольга Михайловна. Я спешу. Алло, Олег? Привет, это Лариса, Паша Сайко сестра. Да, согласна, неожиданный звонок. А, ну, сколько лет, сколько зим. Ага. Ну, замотались ведь все. Че там? Олег, слушай, у меня к тебе странный вопрос, только это между нами, хорошо? Угу. У Паши неприятности. Я тебе потом все объясню. Ты помнишь, в 10 классе у вас драка была? И тогда Паша еще на неделю куда-то исчез. Да-да-да, когда милицию вызывали. Угу. Да, он, кажется, у вас на даче отсиживался. А какой там адрес? Спасибо. Да. Да, поняла. Да, я тебе потом все расскажу. Пока. Мам, мы с Катей переезжаем к тебе. Я сдаю свою квартиру. А что так? А вот так. Паша должен крупную сумму денег. Никто не знает обстоятельств, ни его финансовый директор, ни адвокат. Что, сдача квартиры поможет решить вопрос? Не поможет, но питаться нам как-то нужно. Пожалуйста, давай сейчас без лишних вопросов просто пусти нас пожить. Я понимаю. Паша, чем я тебе могу помочь? Мамочка, просто будь рядом. С Катькой, со мной. Выпей воды, все как-нибудь образуется. Безвыходных ситуаций нет, ты сама говорила. Я что-нибудь придумаю. Выход нужно только этот увидеть. Хорошо, а ты его видишь? Смутно пока. Выпей воды, успокойся. Сначала нужно разобраться с компанией. Почему на счету вообще нет никаких средств? Зачем ему нужна была такая сумма и... Почему кредит? Взят на таких кабальных условиях. Ну и работу мне нужно найти. А как ты устроишься на работу главным бухгалтером? Ты 2 года не работала, и финансовая сфера вон как изменилась. Я туда не собираюсь пока. А деньги нужны быстрые. К Ларисе пойду официанткой, ну или в такси. В такси? Ну. Ну что ж, тогда меня диспетчером. Паш, открой, это я. Паш, я знаю, что ты жив. Ну, пожалуйста, я помогу тебе во всем, Павлик. Ай, черт. Так. Ладно. Thank you.
Мам, мне неудобно разговаривать. Сейчас пассажир подойдет. Да, это последний, потом домой. Все, пока. Угу. На Перова? Да-да, присаживайтесь. Спасибо. Мир сошел с ума. Красивая женщина ночью ведет такси вместо того, чтобы сидеть на заднем сиденье в красивом платье и загадочно смотреть в окно. Да, мир меняется. Знаете, сейчас женщина сама решает, что ей носить. В какое время суток ездить, на каком сиденье сидеть и даже быть ей красивой или нет. Да, и комплименты мужчин воспринимать как... Забыл это слово модное. Угу. Харассмент. Да, точно. Харассмент, домогательство. Угу. А вам тоже нельзя делать комплименты без риска получить обвинение? Ну, в этом самом. Можно, но не обязательно. Для меня лучший комплимент – это адекватная оплата моего труда. Вот еще одна примета времени. Товарно-денежные отношения вышли на первый план и задвинули все человеческое. Всех интересуют только деньги. Обстоятельства сейчас такие. Только деньги. Вернадского, 59. Быстрее, пожалуйста. Мам, ну что ты застыла, как соляной столб? Да, ты была права, нужно было сразу ехать в полицию. Как видишь, я не поехала. Сижу дома с чужим ребенком, да. Его покормить нужно. Господи, пеленки ему нужны. Соска, столько вещей. Так, мам, посиди с ним. Я сбегаю в магазин, пожалуйста. Нет, нет. Это я. Пойду в магазин. Хорошо, купи тогда, пожалуйста, смесь, бутылочку, соску и какие-то пеленки. Ты совсем сошла с ума. Сошла с ума.
вам помочь? Гражданочка, не смущайтесь, проходите, разберемся. Что у вас случилось? Поможем. Нет, нет, ничего. Все хорошо, молодой человек. Не стоит беспокоиться. Все хорошо. Лилечка, дорогая, здравствуйте. Неужели вас можно поздравить? Да. А я из окошка Веронику видела. Сначала глазам своим не поверила, а потом подумала, слава Богу, услышал, наконец, Господь ваши молитвы. Я не религиозна, как вы знаете. Да-да, я знаю, знаю, но это такое чудо. Мальчика из детдома решили брать. Здоровенький хоть? Извините, я спешу. Видали, какова гордячка? Даже слова не сказала. А я к ней со всей душой, Танечка Петровна. 30 лет в одном доме. Шутка? Почти родственники. Не дай бог, не дай бог. Что ты взяла? Так, мам, я воду закипятила. Ага, простерилизуй. Да-да, сию бутылочку, секунду, доченька. И смесь размешай. Руки помой вначале, хорошо? Как будто я не знаю. Угу. Так, кстати... А какой легенды мы будем придерживаться? Уже вон все соседи знают. И что ты скажешь ребенку? Катя сейчас должна прийти. Уже соседи знают. Волнуется бабушка. Придумала? Придумала, правду скажу. Боже мой, подгузники-то взяла? Ты просила питание. Хорошо, Катьке позвони, пусть она купит. Что, вот так просто сказать? Возьми и купи пару упаковок подгузников для новорожденных. Просто позвони и скажи. Надеюсь, ты знаешь, что ты делаешь. Мама, дай мне бутылочку и телефон. Я сама Кате позвоню. Так, кстати, а Ларисе ты говорила? Нет, не говорила. А, боишься, что не одобрит. Ничего я не боюсь. Алло, да, мам, что тебе? Я уже по дому. Что, купить? Подгузники. Мам, кто там? Это что сейчас было? Не знаю, мама позвонила, попросила подгузники купить. А потом я услышала, что ребенок заплакал, и она скинула. Не понял. Ты тупой? Пошли в подгузники покупать, там ребенок плачет. Да что происходит? А я откуда знаю, блин? Ну, капец. Он страшный. Большинство малышей красотой не блещут. Так выбрала бы из меньшинства. Катя, не выбирала. Ну откуда-то же он взялся? Представляешь, подбросили. Прямо в машине. Значит, подкидыш. Угу. Я думала, такое только в кино бывает. Так что ты его сюда принесла? Ну его ж нужно в полицию или в дом малютки. Мам. А ты его, это, не похитила? Ну что ты несешь такое? Ну, мало ли. Я пассажиров высадила возле роддома. Сразу девушка подсела. Ну, а на светофоре она выскочила. Угу. И что? В таких случаях нужно ребенка домой тащить? Давай еще собак плешивых принесем, котов бездомных. Я ей то же самое говорила. Послушайте, я все понимаю. Но я же не идиотка. Ну, это еще вопрос. Мам, да, я понимаю. Ребенка нужно было сразу отвезти в роддом. Я уверена. Мать его опомнится. Скорее всего, она запомнила номер моей машины.
Мам, я уверена, у нее была это просто какая-то минута отчаяния. Иначе, ну почему она в роддоме не оставила его? Просто знала, что ты спишь и видишь, ждешь, чтобы кто-нибудь тебе подкинул детеныша. Слушайте, давайте подождем всего несколько дней. Если она не объявится, я сама отвезу его в роддом. Обещаю. Если это не сделаешь ты, это сделаю я. Я тоже обещаю. Господи, какой-то трындец. Катюша, руки мой тщательней. Угу. Мало нам проблем. Ну, какая это проблема? Это подарок. А если объявить компанию банкротом? Собственник компании не несет ответственности за ее долги, да? Боюсь, это не наш случай. По закону, если руководитель или учредитель виновен в неплатежеспособности компании, он отвечает перед кредиторами личными средствами и имуществом. Это, конечно, если имущество компании будет недостаточно. Так что с банкротством я бы не затевал. Его явно кто-то подставил. Не мог он совершить такие ошибки. Простите, Андрей, я уже ничего не соображаю. Я все понимаю. Ну, может быть, еще кофе? Угу. Еще кофеечку. Сейчас главное – это время, и оно работает против вас. Который час? Простите, боже мой, мне нужно идти, у меня ребенок. Кто у тебя? О, простите, у вас... А, ничего, я сама хотела предложить перейти на «ты». У меня ребенок совсем крошечка. Это странная история. Прости, мне нужно идти, я потом все объясню. Ага. Да, спасибо. Почему эти младенцы меня преследуют? Ну, не тебя. Ну вот как ей объяснить, что это не Виталик к ней вернулся? Что этого подкидыша нужно сдать куда-то. Она уже мамаша себя вообразила. О том, что с папой случилось, она вообще уже забыла. Катя, походу. Тебе уже полчаса объясняю. Если этот ребенок ничейный, и его никто не ищет, значит, его реально продать. Я тебе серьезно говорю, я сам видел эти объявления, куплю ребенка. Реально, как будто какой-то велик или ком. Ну откуда я знаю, чейный он или ничейный? А вдруг его искать будут, а вдруг его уже ищут? Нас в тюрьму могут посадить. Не нас, а твою чокнутую мамашу. Короче, мы просто не будем палиться. Теперь надо выяснить насчет родителей этого ребенка. Это я выясню. Как? Ну, его ведь возле центрального роддома маме подкинули. А у меня там одноклассница практику проходила. Ника, подожди. Это ты? Здравствуй. Здравствуй, Ника. Я как только узнал про Павла, сразу приехал сначала к вам домой. Консьержка сказала, что вы съехали. Подумал, если не застану вас у Лилии, тогда позвоню. Но я боялся, что ты не возьмешь трубку. Черт, ну это такая беда. Как ты? Правильно боялся, я заблокировала твой номер. Милый Рыжик, ну прости меня. Я вел себя тогда недостойно. Я дурак. Ну, прости меня, пожалуйста. Просто все, о чем я мечтал, разрушилось в один миг. И я не сдержался. Ну, я понимаю, жалкие оправдания. Черт, ну это так и есть. Я потом очень много думал о нас, о тебе. Ну, конечно, ты была права. Надо было дать шанс. Надо было дать шанс твоей семье. Ну, прости меня. Скажи, я могу чем-то помочь? Я очень хочу помочь тебе. Игорь, я думаю, нам не стоит. Это неправильная мысль, Рыжик. Подожди, не спеши отказываться. Подожди, я просто хочу помочь, как старому другу. Как жене старого друга.
Я не рассказывал, просто не хотел хвастаться, но у меня большие связи. И я многим могу помочь. Спасибо. Хорошо, я подумаю. Я позже позвоню тебе, ладно? Ага. Я буду ждать. Не знаю, может быть, это глупо. Мам, я решила использовать любой возможный вариант. Не говори загадкой. Меня возле дома Игорь поймал. Ого, что хотел? Прощения просил. Обещал помочь. Сказал, что может выяснить, откуда такие долги и кредиты. Ну и вообще, почему все так посыпалось. А ты простила? Вот я не думала об этом. Я решила документы ему передать, чтобы он как-то сориентировался. Ну а что, терять нечего. Андрею, ты рассказала? Не хочу его впутывать. Спи, дитя мое, усни. Сладкий сон себе мани, в няньки я тебе взяла. Солнце, ветер и я. О, смотри, идет. Привет. А, знакомьтесь, Артем, Даша. Может, пойдем шаурмы навернем? Да, иди купи нам тоже. А бабосики? Я в прошлый раз платил. Круть. Бабосики? И ты платишь? Это наше дело. Ну-ну. Так зачем ты меня искала? Что за разговор? Не по телефону. У тебя же практика в центральном роддоме была. Ух тышка, ты залетела, подруга? Могу помочь. Дорого, но быстро. Нет, не залетела. Мне нужно знать, кто рожал на прошлой неделе. Бесплатно только котята родятся. Да ладно тебе, мы же дружили в школе. Ладно, тогда говори, зачем тебе. Ладно, я заплачу. Через сколько сможешь достать? Через пару дней. 100 баксов. О, смотри-ка, там твой Альфонс с шаурму идет. Не Альфонс, а Артем. Он у тебя не только нищеброд, а еще и тупой. Ладно, ребятки, я побежала. А свои пирожки с котятами сами ешьте. С какими котятами? Фигня, давай мою шурму. Главное, она согласилась. А бабки где найдем? Найду. Ба, ты не видела мои джинсы черные с бахромой? С дырками на коленях? Да. Я их постирала. В смысле постирала? Зачем? А карманы перед стиркой я всегда проверяю. Так что, это мамины деньги? Теперь будем воровать друг у друга? Но мне очень нужно было. Можно было у меня попросить. Так я просила. Ба, мне позарез нужна сотка. Пожалуйста, я верну. Конечно, вернешь. И отработаешь тут работы, вон, непочатый край. Только маме не говори. Нет, конечно, скажу. Чтоб совсем ее добить, что дочка у нее ворует. Она думает, что это папа забрал. Вот пусть и думает. Ладно. Все равно спасибо. Ты у меня самая лучшая. Я тебя люблю. Да иди уже. Андрей, хорошо, что ты заехал. Я бы сегодня не вырвалась. Много там читать? Ну, немного, но почитать нужно. Угу. Я... Давай, я подержу, а ты... Почитай. Да? Mm-hmm.
Аккуратно. Все хорошо, читай. Ага. Смотри, я подумал, может быть, мы пока поищем его маму. Ну, у меня есть знакомые, можем выйти на юристов этого роддома, так что могу поспрашивать. Да, поспрашивай. Конечно, спасибо. Может, положим его? Да не, ничего, я подержу, мне не тяжело. Все хорошо. Угу. Андрей, я благодарна тебе. Представляю, во что я тебя втянула. Я думаю, не совсем представляешь. Ну ничего, это же я сам навязался. Угу. Есть один вопрос, который меня очень тревожит. Клиент твой исчез, а вот твой гонорар... Я понял. Значит, смотри, поскольку я не первый день замужем, в последнее время работаю по 100% предоплате, так что все хорошо. Фух. Прям камень с души. Мы тогда не будем мешать. Ну? И что, в договоре прямо даты указаны? А отложить нельзя на пару месяцев хотя бы. Ну так там у поляков как раз сезон, сельхозработы. Вот под них и набирают. Так а мне что делать? Я бы сама свалила из этого дурдома. Ну как? Деньги на репетитора даже мама не дает. Все на подкидыш этого уходит. Скоро самим жрать нечего будет. Да, этого откармливают. Это ж мать этого детского уже некуда деться. Сотку для Дашки у бабушки еле выпросил. Слушай, так давай провернем это дело. Ну отдадим ребенка в хорошие руки. Ему за бугром явно будет лучше, чем здесь. Ну, а ты получишь деньги на Польшу, и вместе и уедем. Хватит, я передумала. Ты вообще о черных трансплантологах что-то слышал? Слушай, там нормальные люди. Многие своих детей продают, а тут чужой. Артем, забудь об этом вообще. Да, я хочу, чтобы его здесь не было, но... Пусть его мама свою заберет, или полиция, органы опеки. Мне все равно. Я не буду продавать живого человека. Это трэш какой-то. Иди сестру свою продай. Может, тогда отец вам вернется. Что вам нужно? Я все слышал. Не ваше дело. Только не шуми, а то малыша разбудишь. Значит, смотри, может быть, это и не мое дело, но ты на всякий случай передай своему парню, что торговля людьми – это уголовное преступление. Статья 149. Лишение свободы от 5 до 12 лет. И насчет органов опеки. Давай об этом будет думать твоя мама. Извини, что побеспокоил. Привет. Привет. Пойдем. Ну, к сожалению, новостей хороших нет. Я пробил по своим каналам. Павел перешел дорогу очень серьезным людям. Не учел нюансы. Ну, в общем, по их меркам деньги, которые он хотел у них увезти, не очень большие. Но это дело принципа. Им обидно, понимаешь? Хорошо, и что мне делать? Я на них переписываю свой бизнес. У меня ничего нет. Одна квартира осталась. Ну, думаю, что я с квартиры тебе помогу. Ну и потом она не таких денег стоит, чтобы стать камнем преткновения. Они же Павла хотели наказать, а не тебя, понимаешь? Игорь, я тебе очень благодарна. Прости меня. Ну что ты, ты что? Тебе не за что просить прощения. Дорогой мой дружочек, я помогу тебе, правда. Ты не все обо мне знаешь. Не может быть. Я знаю все, поверь. У меня есть ребенок. Ну, в смысле, Катя? Нет. Еще один, совсем крошечный.
Ты не перебивай меня, я тебе все расскажу. Неделю назад мне подкинули младенца. Пассажирка оставила его у меня в машине возле роддома. Я знаю, нужно было сразу сообщить в полицию, но я ждала, думала, может быть, она заберет, неважно. У меня есть теперь ребенок, понимаешь? Но ты с ума сошла. Нет, я счастлива. Я подумала, может быть, у тебя такие связи, ты бы смог мне помочь обойти как-то все эти бюрократические правила, и я смогу его усыновить. Но ты должна отдать его. Ты что такое говоришь? Извини, мне надо идти. Игорь. Ты должна отдать его. Иначе у тебя будут проблемы. Извини. Да, спасибо, коллега. Ну, как-то не за что. Вон, я уже читаю. Ты даже медицинские карты рожениц прислал. Конечно, конечно, абсолютно конфиденциально. Хорошо, спасибо тебе. Пока. Вот это сюрприз. Так значит, наш мальчик не просто мальчик. И как я об этом скажу? Так чем ты говоришь? Ты занимаешься? Я нутрициолог. Специалист по здоровому питанию. Ну и тренер по йоге. По здоровому питанию это диетолог? Ну, не совсем. Диетолог, он помогает бороться там, с проблемами лишним весом или ЖКТ. А я делаю так, чтобы этих проблем в принципе не возникало. Мне это очень подходит. Чтобы проблем не возникало никаких. Отвечай, дрянь. Я на пару минут припудрить носик. Я быстро. Да, алло. Значит, вот так ты поступила со своим сыном? Ты откуда знаешь? Я вообще что-то хотела. Ты думал, я его себе оставлю или как? А ты решил, у тебя есть выбор, кому оставлять? Уже поступаю как могу, ладно? Давай, занята. Да, алло, извини, наверное. Наверное, связь плохая. Я сделаю все, как ты хочешь. Договорились. Да блин, я вот-вот рожу, а ты меня все завтраками кормишь. Дорогая, разведусь, милая, разделю имущество, любимым поженимся. Я не отказываюсь от своих слов. Ну, Андрюш, какие мы честные. А что ты мне только что говорил? Что у тебя с бизнесом проблемы, что у тебя денег нет? Что, денежек своих жалко стало, да? Слушай, заткнись. Я тебе последний раз повторяю. Я пытаюсь сохранить свой бизнес. Завтра суд, я развожусь. Потом делю имущество, но потом мы женимся. Ах, вот как. Так ты еще и раздел имущества на потом оставил, да? Ты за дуру меня не держи. В конце концов, я могу начать все с самого начала. Че, издеваешься? Да кому ты нужен с этим ребенком и без денег, а? Ты что несешь? Да пошел ты. Алло. Да. Алена. Да не трогай меня. Что ты начинаешь? Аленка. Отстань. Да пошли вы все в баню. Алло, привет.
Да, Дашка кинула фамилию, сейчас сижу как раз по соцсетям пробиваю. Некоторые уже своих детенышей вовсю постят. Угу. Тошнит уже от этого всего. Ладно, мне тут еще и в десяток, так что... Угу. Да, будет инфа, скажу. Мама, слышишь? Ты как-то не думала, что это все не случайно? Твоя машина, ребенок, ты. Знаешь, кого ты тут чуть ли не грудью кормишь? Ага. Это сын моего папули, братик мой. С чего ты взяла? Он вроде еще не должен родиться. Он вообще никому ничего не должен, только ему все должны. Смотри. Ты забыла, за что я тебе плачу? Так я тебе напомню. Ты должна была заставить Павла развестись, и все. Ни о каком ребенке речь вообще не шла. А тем более, чтобы подкинуть его жене Павла. Послушай, это случайно. Ты что, дура? Ты не знаешь, откуда дети берутся? Не знаешь, что нужно делать, чтобы их не было? Мне просто Павлик понравился. Так, давай без подробностей. Скажи мне, ты хочешь получить оставшуюся сумму денег? Да. Забери ребенка. А мы его куда-нибудь пристроим, я тебе обещаю. Но у Вероники сына Павла быть не должно. Это понятно? Ты что, меня к ней привез? Я никуда не пойду. Она сейчас вызовет полицию, мне страшно, я не пойду. Ну подожди, подожди. Скажи, что ты опомнилась, что очень любишь своего ребенка. Все это время искала его. Ну заплачь, в конце концов. Ты же можешь плакать по заказу? Ну вот. Молодец. Давай. Иди, я тебя здесь подожду. Иди. Ребенок спит, написано. Зачем звонить? Знала, что вы его никуда не отдадите. Простите меня, пожалуйста. Я правда, я не знала, что творю, я ничего не понимала. Меня муж бросил, я осталась совсем одна, без денег, без ничего, правда. Где мой мальчик, а? Где мой сыночек? Я так тоскую по нему, я бы так хотела его покормить. У меня от молока все разрывается просто. И послушайте, это правда, это было какое-то помутнение. Мой муж оказался подонком и... Ну, хватит. Прекратите. Я знаю, кто вы, поэтому не надо мне рассказывать о муже подонке. Хорошо, что вы вернулись. Надеюсь, вы сможете позаботиться о вашем сыне. Смогу. Я машину, люльку возьму. И побудьте здесь. Thank you.
Да? Игорь, у меня такие обстоятельства сложились, мне нужно срочно с тобой встретиться. Рыжик, я бы с радостью, но сейчас не в городе. Я как только вернусь, сразу наберу тебя. Или даже приеду. Да, хорошо, я поняла. Угу. Значит, ребенка я тебе не отдам, в раскаяние твое я не верю. Хочешь, можешь возвращаться с полицией. До свидания. Угу. Мам, ты чего? Это же ее ребенок. Слушай, ну она и правда может вернуться с полицией. Не вернется, не сейчас. Так, что происходит? Ты можешь объяснить? Я все объясню, но позже. Ты детские вещи собрала? Пожалуйста, собери вещи. Катька, помоги, найди большую сумку. Мне нужно уехать. Куда? Куда? Я все вам объясню. Все будет хорошо. Пожалуйста, не стойте, помогите мне. Ба, пошли, пошли, я тебе помогу. Короче, сейчас тебе такое расскажу, не поверишь. Знаешь, что это сейчас приходило? Слушаю. Привет, Ларчик. Это я. О, привет, братец. Ха. Долго же ты собирался с духом. Ты же видел, что я тебя заметила, правда? От тебя не спрячешься. Приедешь? Уже еду. Паша, все как 25 лет назад. Ты прячешься мне на даче, горит мангальчик. Прям дежавю какой-то. Ты знаешь, я тоже об этом подумал. Но как-то сами ноги сюда принесли. Я бы никогда не догадался тебя здесь искать. Если бы, конечно, Ларка не вычислила. Она же тебя насквозь просто видит. Ты звонил ей? Да, уже лети сюда. Так чего же мы сидим, ёлки-палки? Давай еще по одной, пока не прилетела. Знаешь, за что выпьем? Чтобы все твои проблемы рассосались. Спасибо, Олеж. Как-то все вышло из-под контроля. Нужно было где-то переждать, подумать. Да не переживай ты так. Паша, это, конечно, не мое дело. Я не буду задавать лишних вопросов. Здесь что, баба замешана? И не одна. Ну да, конечно. Кто виноват? Бабы? Привет, мальчики. Здрасте. Олеженька, спасибо за гостеприимство. Паш, собирайся, поехали. Я спешу. Спасибо, Олег. Лар, там к тебе Вероника пришла. Я ее проводил к тебе в кабинет. И она не одна. Лар, куда можно использованный подгузник? И как кто это? Знакомься, это твой племянник. Хорошенький, правда? Племянник? Не смотри на меня так, я не сумасшедшая. Хочешь подержать? Нет? Ну тогда слушай. Алена родила. Паша исчез. Мужа нет, денег нет. Куда девать ребенка? Правильно? Подкинуть. Подожди, я не поняла смысла. Как это подкинуть? Ларис, об этом я тебе попозже расскажу. Сегодня она приходила ко мне, раскаялась. Хотела забрать ребенка. Я не отдала и не отдам. Как я это сделаю, пока не знаю, поэтому к тебе привезла. Боялась, что она может его украсть. Ты мне поможешь? Я помогу, но как? Лариса, поможешь? Ну, да, Ник, ну просто понимаешь, вдруг племянник в голове не укладывается. Да? Да. Хорошо. Значит, бутылочка смеси, подгузники, я все привезла. Пустышку он не берет, еще совсем маленький. Пожалуйста,
несколько дней. Мне нужно кое-что выяснить. Ну все, ты справишься. Если что, звони. Аккуратно. Все время следи. Угу. Пока. Привет. Сейчас мы с тобой фоточку на память сделаем. И папашке нашему отправим. Отправим так твой сын у меня. Ну что? Пустышку он не берет. Гляди, гордый какой. Андрей, извини, что поздно, но это очень важно. Мне нужно навести справки об одном человеке. Это Игорь Семенов. Мне кажется, он как-то связан с Аленой. Подожди, ты знаешь Алену? Да, имела счастье познакомиться. Это мама моего малыша. Ясно. Ты не удивлен? Да я сам недавно узнал. Не мог придумать, как тебе об этом сказать. Ну, можешь не мучиться. Андрей, мне нужно узнать о нем все, что только можно. По-моему, ты переоцениваешь мои возможности. Тебе нужен детектив, а не юрист. Пожалуйста, давай мы попытаемся. Хорошо. Давай водные. Семенов Игорь Петрович, 42 года. Работал тренером по плаванию. Мы встретились с ним в бассейне. Адрес бассейна и домашний адрес я тебе пришлю. Быстро же ты примчался. Ну, держи, папаша наследника. Аккуратно. Вот, вот так. Похож на меня, да? Ага, сейчас. В смысле? Ребенку без году неделя. Он ни на кого не похож. Давай, любуйся быстрее и возвращайся назад. Не хватало, чтобы тебя тут еще засекли. Я надеюсь, ты такси не отпускал? Добрый день. Я ваш бывший клиент. У меня были персональные тренировки. Со мной занималась Стрельбицкая. Я бы очень хотел вернуться к ней. К сожалению, Стрельбицкая сейчас не работает. Жаль. Но я могу предложить вам других специалистов. Да нет, спасибо, другие не интересуют. Всего доброго. До свидания. Да, привет, ждал твоего звонка. Удалось что-то накопать. Значит, это его компания и зарегистрирована на Кипре. Ясно. Спасибо тебе, дружище. Я твой должник. Хотела кофе с тобой попить, но, похоже, тебе хватит. Угу. Сложное дело? Да, в общем, нет, но закопался. Что, все тоже? О разводе и разделе имущества? Давай помогу. Не надо. Так вроде там об определении отцовства речи не шла. Определение отцовства? Да, обычное в этом деле по группе крови. Нет, это другое. Ладно. Если помощь не нужна, то я домой. Да, спасибо тебе. До свидания. До завтра. Родители с первой группы крови не может родиться ребенок с третьей группы. И у нас родился как раз такой мальчик. Чего пришел? Попрощаться перед Польшей?
Не выйдет, бабушка дома. Кать, перестань. Хочешь? Хочу. Ну что там Дашка выяснила? Этот ребенок мой братик, прикинь. Офигеть. Так это что, получается, мы его в детдом уже не сдаем? С чего бы? Извини, я не думал, что ты так отреагируешь. Если б я знал, не стал бы на тебя все это вываливать. Я собиралась замуж за него выйти. Что? Собиралась уйти к нему. Ну почему не ушла? Паша не пустил. Очевидно, он решил, что только у него есть право уходить из семьи. Значит, бенефициар нашей компании Игорь Семенов. И все, что произошло, это сделка сомнительная, ее срыв, долги. Это все его работа. Да. Но главный вопрос – зачем? Вряд ли Семенова интересует бизнес Павла. Как выяснилось, он летает выше. Я не понимаю. Значит, нужно узнать это. Нин, покорми ребенка, я убегаю на встречу с клиентами. Паш, я не могу сейчас. Ну, Лара, два слова. Ты же сама написала, что есть новости от Ники. Она что-то узнала и приостановила продажу компании. Сказала подробности потом. Ты что решил? Ну, я вернусь к ней, когда подробности узнаем. Вероника очень изменилась. Ну, у нее теперь есть ребенок. Она простит меня. Я знаю. А если нет? Паша, что это за шум? Ты где сейчас? Простит. Нинка там рядом. Скажи, чтобы она меня набрала. Чего, Нинка? Паш, ты что, пьян? Алло, я ж просила тебя никуда не выходить. Алло, Паша. Ну да, мы виделись с Павлом Сергеевичем. Господи. Прости, милая. Был очень занят, не мог раньше вырваться к тебе. Ты как? Есть новости? Ты о каких новостях? О моем муже? О ребенке или о компании? Я беспокоюсь о тебе. Расскажи мне все. О Паше ничего не известно. За мальчиком приходила мать, я не отдала его. А вот компанию я почти отдала кредиторам. Ох, Рыжик. Хватит, Игорь. Я все знаю. Знаю, что это ты подставил Пашу, использовал Алену. Знаю, чей это ребенок. Я даже знаю, что компанию сейчас отдаю тебе. Не понимаю только, зачем все это. Потому что я люблю тебя. И любил все эти годы. Не лги. Двадцать лет назад, за пару месяцев до вашей свадьбы, Пашка признался мне, что хочет расстаться с тобой. Он тогда параллельно встречался с другой девушкой. Из очень состоятельной семьи. У него были большие виды на этот брак. Ты врешь сейчас. Да, и он предложил мне выкупить тебя у него. За мою долю в бизнесе. Угу. Значит, я была предметом торга. Да. Я согласился. Я надеялся, что если он исчезнет из твоей жизни, у меня появится больше шансов. Чего же не женился на этой девушке? Он не понравился отцу Ольге. Откуда ты знаешь все это?
Ну, потому что потом она стала моей женой. Собственно говоря, тестью я обязан своим успехом в бизнесе. Мы через пару лет расстались, но остались друзьями и дружим до сих пор. Детей так и не было. Игорь, зачем ты снова появился в моей жизни? А я тебя никогда не упускал из виду. Инициатором развода была Ольга. Она сказала, что не хочет делить меня с другой женщиной. Я тебе не верю. Но я не упускал из виду и Пашку. Думал о месте. Ждал удобного случая. А когда придумал Алену, это оказалось очень просто. Потому что Пашка не пропускал ни одной юбки. Ты врешь. Я люблю тебя. Я любил всю свою жизнь. Правда. И ты можешь мне верить. Ты оставил меня без гроша. Ребенком мужа я с утра до ночи таксую, чтобы мы хоть как-то могли прожить. Так ты любишь меня? Может быть, Паша и говнюк, но ты мне омерзителен. Ай, ну аккуратнее можно? Да, алло, Игорь, что ты хочешь? Я туда больше не поеду. Эта сумасшедшая не хочет отдавать ребенка, это ради бога. Ты должна написать отказ от ребенка. Еще чего? Что мне за это будет? Заплачу, подпишу. А кому ты нужна с ребенком? Я слышал, у тебя там все на мази. Появился новый папик. Кстати, я с ним знаком. Ты же не хочешь, чтобы он узнал, как ты разбрасываешься младенцами? Ладно. Что подписывать? Жди меня. Я буду через пару часов. Макс, а можешь ко мне зайти? На пару минут. Давай. Так. А почему на пару минут? А я вот взял и на полчаса отпросился. Да ты что? Максим, боже мой, пожалуйста, только не сейчас. Давай только не сейчас, я прошу тебя, столько дел, столько всего навалилось. Давай. О, боже мой. А, столько всего, что я даже о твоем дне рождения забыла. Но лучше позже. Это тебе. Ну, зачем, Ларда? Я и сам забыл про него. Но... Посмотришь? Класс. Да, очень дорогая. С последней коллекции. Мне нравится, спасибо. Там еще открыточка. Лара, это что? Премия. А чем я заслужил премию? Макс, ну это же подарок. Но я же знаю, какая у тебя зарплата. Лар, скажи, а вот почему я сейчас чувствую себя жиголо? Я не знала, что ты так отреагируешь. Мне казалось, это нормально. Ну что нормально? Деньги брать за секс? Извини, мне кажется, я как-то неправильно наши с тобой взаимоотношения понял. Игорь, если бы я знала, что после роддома нельзя отказаться от ребенка, я бы к нему не приблизилась, даже не посмотрела на него, честно. Ты же вроде матерью собиралась стать. Слушай, ребенок не мне нужен был, а Пашке. Что мне с этим теперь делать, а? Как он в утробе у тебя не задохнулся от такой материнской любви? Хватит, а? Дальше что? Будем стараться перехитрить закон. Ты напишешь согласие на усыновление своего ребенка не посторонним человеком, а женой отца своего ребенка.
Ну как, вы все решили? Наталья ждет. Девушка, подождите. Не торопите нас. А что еще? Короче, Пашка не отец ребенка. Чего? Ну, я думала, что отец, но в роддоме определили по крови, что нет. А кто еще знает? Никто. Ты, я и в роддоме. А отец ребенка? Игорь, я не знаю, кто отец ребенка. Значит так, ты ничего не знаешь. В роддоме тебе никто ничего не говорил. Угу. Отец Павел. Все. Иди пиши согласие на усыновление. Давай. Вот, возьмите. Спасибо. Андрей, она отдала мне ребенка. Подписала согласие на усыновление. Игорь только что мне сбросил скан документа. Я сейчас поеду к нему, заберу оригинал. Затем к Ларисе за малышом. Скажи, когда я смогу его усыновить? Это много времени займет. Ты поможешь? Да. Спасибо. Лариса. Спит? Мой сладенький. Спи. Лар, ты прям как Юлий Цезарь, столько дел одновременно. А у меня хорошие новости. Алена подписала документы. Теперь я могу тебя усыновить. Представляешь, у меня будет сын. Я за тебя очень рада, правда. Ника, если Паша вернется? Ну, если Паша вернется, тогда мы поговорим. Ты знаешь, вся эта история, случайная встреча в бассейне, внезапный роман, Алена, все, что произошло с компанией, долги, это такая многоходовка Игоря. Да ты что? Угу. Но ты лучше знаешь, что между ними произошло 20 лет назад. Ну, а почему именно сейчас? Зачем все это? Месть. Обыкновенная месть. Ларис, помоги мне, пожалуйста. Я хочу забрать его домой. Мама соскучилась. Господи, столько всего купить. Няню, коляску. Да, 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 да. Забирай. Спасибо. Ну что, тогда с Богом. Да. Ну, остальное я потом довезу. Лар, спасибо тебе большое. Пока. Спи, спи. А вы ей не сказали? Нет. И не скажете? А какое твое дело? То, что ты с Пашей спишь, не дает тебе никаких привилегий. Я тебя не звала, можешь идти. Как же мне с тобой тяжело, Павлик. Всю жизнь. Так, вы все запомнили? Покормить, погулять, искупать. И если я не вернусь, еще раз покормить. Да мы уже все поняли, иди уже. Да-да, я знаю, вы молодцы, я постараюсь быстро. Только документы завезу. Держи его аккуратнее. Все, пока. Что случилось? Почему не в офисе? Есть проблема. Нужно согласие второго супруга. Не понимаю. При усыновлении ребенка одним супругом требуется согласие второго. И что мне делать? Ждать, пока Паша объявится? Или год ждать, пока его признают без вести пропавшим? Ну, я еще не успел разузнать. Ты дай мне документы, я отнесу их специалистам по усыновлению,
Может быть, найдутся какие-то лазейки. Спасибо. Что, как малыш, как приняли его девочки? Девочки, это ты так про маму с Катей? Все хорошо. Катя даже предложила свою помощь. Заезжай к нам сегодня. Это и есть твой VIP-клиент, ради которого ты все остальные дела забросил? И что эта таксистка натворила? Сбила кого-то? Ну, во-первых, это не таксистка. Она никого не сбивала. Это просто девушка, которая попала в неприятную ситуацию. И ты вместе с ней попал. Вернее, упал? Fall in love? Я даже не знала, что у нашего железного человека есть сердце. Оказывается, есть. Таксистка, охренеть. Слушай, они уже начали эту бодягу с усыновлением, но еще вроде не все бумаги есть. Блин, что делать? То, что я тебе раньше говорил. И прямо сейчас, чего тянуть? Ну я, если без него вернусь, меня шуруют. Поорут и успокоятся. А к тебе вообще не должно быть претензий. Ты все сделала по закону. Ну что, поищешь адрес? Мне телефон сел. Давай я поищу. Подержи коляску. Ну что подкинешь? Выбрал ты не ту семью. Это моя территория. Так что прости. Ма, Кать, я дома. Вы где? А? Ой, Ник, а я как раз бульончик сварила. Ага. А Катя пошла гулять с малышом. Я, правда, что-то заволновалась, что-то ее давно нет. Просила и Марту выгулять, так она не захотела. А телефон я звонила, он не отвечает. Когда это было? Ну, ты уехала, и она сразу засобиралась. 3 часа прошло уже. Не отвечает мне тоже. Ладно, я пойду поищу их. Что случилось? Может быть, коляска поломалась. Ты телефон держи при себе. Хорошо, да? Хорошо. Извините, вы не видели здесь девушку с коляской? Не, не видел. Простите, пожалуйста. А вы не видели здесь девушку с коляской? У нее такие разноцветные волосы. Что у тебя с голосом? Катя куда-то пропала вместе с ребенком. Я сейчас приеду. Ты где? Я на углу нашего сквера. Никуда не уходи, сейчас буду. Катя! 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 Простите. Ее нигде нет. Ты позвонила ее парню? Нет, я как-то не подумала. Алло, Артем, это Вероника, мама Кати. Ты не знаешь, где она? Не знает. Не. Алло, привет. Я знаю, что вы с Катей собирались делать и какую сделку провернуть. Если ты не хочешь неприятностей, а я могу тебе их устроить, скажи, где Катя и где малыш? Когда это случилось? Что? На. Алло, привет. Можешь говорить? Да, слушай, ты у меня хотел скутер взять, да? В общем, забирай. Я уезжаю. 3 месяца, а там дальше как пойдет. Угу. Окей, все, хорошо. Спишемся тогда. Давай. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вы девушку здесь видели? С коляской, может быть, проходила? Волосы у нее длинные, с фиолетовыми ленточками. Нет, не видела.
Простите, пожалуйста. Да. Скажите, а вы не видели здесь? Девушка не проходила? Возможно, парень с ней рядом был, а не с коляской. У нее волосы такие с фиолетовыми ленточками. Видел. Они тут полчаса возле отделения крутились. А? Он ее все в приемное отделение пытался затащить, а она упиралась. Не хотела. В общем, поругались они, и он ушел. А она потом ребенка покачала и тоже ушла. А куда ушла, вы видели? Так откуда же я знаю? Ну, может, кормить или там подгузники менять. Современные мамаши, они же такие, знаете. Ага. Дитё заплакало, и она вместе с ним. Да, спасибо. Я спрашивал у дежурных, сегодня никто не поступал. Они при мне позвонили в роддом, тоже никаких новостей. Черт, у меня телефон разрядился. Мама, наверное, там в ужасе, ни с кем связаться не может. Ну что, тогда нужно ехать домой, маму успокоить, телефон зарядить, дальше действовать по обстоятельствам. Да, спасибо. До свидания. Мам. Ника, ну где ты? Ну я тебе миллион раз звонила. Прости, телефон разрядился. Как ты? Да, что? Все в порядке тут. Маленький. Мам, прости меня, пожалуйста. Я не хотела, чтобы он тут был. Я просто не хотела еще одного Виталика. Я так взбесилась, что эта подруга тебе его подкинула, а ты и рада. Прости меня, пожалуйста. Он такой милый, он мне улыбается. Иди сюда. Ну, конечно. Дуреха запуталась сама. Ты такая счастливая с ним. Рядом с тобой тоже. Ты мой ребенок. Всем привет. Возможно, вы все думали, что я умер, а я жив. Катюшенька, прости меня. Я очень виноват перед тобой, перед мамой, но у меня не было другого выхода. Да, теперь нашелся. Паша, оставался бы там, где ты был. Мы тебя уже все отплакали. Ну, ба! Что, ба? Я что, должна изображать радость? А ты чего молчишь? Человек исчез, где-то там отсиживался. Заставил нас думать, что он утонул. А на самом деле оставил нас тут всех тонуть. Он никого не пощадил. Узнаю родную тещу. Mm-hmm. Лилия Александровна, я и не рассчитывал, что вы обрадуетесь. Но вот... Ника... Ясно. Я вряд ли смогу объяснить, но я не думал, что все так обвалится, и они придут за деньгами. Ты не ожидал. А откуда узнал? У Ларисы я был у нее. Лариса? Ну, конечно. Нет такого секрета о тебе, которого бы она не знала. Зачем ты здесь? Здесь мой сын. Моя дочь, моя жена, моя теща, мой юрист. Здравствуйте, Павел Сергеевич. Ты считаешь, что все так забавно? Ник, помоги мне. Я тебя не узнаю. Но мне действительно сейчас очень непросто. Так, все, хватит. В ногах, правда, нет. Пойдемте в комнату. Одна ты мне рада. Катюш, а принеси мне табуреточку с кухни. Сам возьми, не барин. Да без проблем.
Андрей, очень неожиданно было тебя здесь увидеть. У нас семейный вечер. Я чего-то не знаю. Ник. Ника, нам надо с тобой поговорить. Хорошо. Давай поговорим. Но не здесь. Не при всех. Паша, за последнее время много чего изменилось. Да, вообще все изменилось. Поэтому здесь посторонних нет. Присаживайся. Я помогу тебе. У тебя была прекрасная семья. Более-менее устойчивый бизнес. Какая-то твоя личная жизнь. Очевидно, тебе захотелось большего, и ты решил рискнуть. Теперь у тебя нет ни бизнеса, ни семьи. Судить твою личную жизнь я не берусь. Ты рискнул нами и проиграл. Ника, прости меня. Я виноват. Пожалуйста, давай без этого. Мы просто посидим, выпьем чай, и ты поедешь к себе домой. Игорь тебе вернул твою квартиру, так что ты теперь не бездомный, можешь сказать ему спасибо. Игорь? А при чем здесь он? А это Лариса тебе не сказала? Пожалела тебя. Проиграл ты все ему. Отдай мне моего сына, и я уйду. Нет. Ты не имеешь права. Мне плевать. Павел Сергеевич, я прошу прощения. По поводу ребенка действительно есть кое-какие юридические вопросы, но мы с Вероникой их решим. А вас это... никак не касается. Как это мне не касается? Я не понимаю. Я отец. И вообще, что это значит, мы с Вероникой? Она что, наняла тебя? Ник, ты ему платишь? Нет, меня никто не нанимал, мне никто не платит. Ну, даже не это важно. Важно то, что вы не можете быть отцом этого ребенка. Что ты несешь? Андрей, откуда эта информация? О, господи, дурдом какой-то. Да, похлеще любого сериала. Судя по группе вашей крови, Павел Сергеевич, вы не можете быть отцом этого ребенка. Ты не можешь быть отцом. То есть все это время ты думал, что причина наших неудач во мне, да? Ну, конечно. Конечно же, причина во мне. Во всем. Кругом я виноват. И заслужил это. Не мой ребенок, но этот ребенок и не твой. Вот я вообще не понимаю, чей этот ребенок. Ника, он тебе чужой. Нет. И нам с Катей нет. Андрей. Понятно. Ой-ой-ой. Хорошего человека обидели. Даже чаю не попил. Так, давайте, идите ребенка кормить, купать. Катюша, давай убери, а я валерьянки накачу.
Господи, Павлик, что ты молчишь? Что там? Это не мой сын. Как это не твой? Боже, что ты несешь? А чей тогда? Нет, нет, Павлик, они тебе врут. Ника снюхала с этим юристом. Они по группе крови определили. У них выписка из роддома. Мне еще уролог тогда говорил, что шансов мало, но я, дурак, подумал, что молодая женщина, молодая кровь. Стерва она. Господи, Павлик, ну я же говорила. Ну стерва она была с самого начала. Как, впрочем, и все, кто были до нее. А Ника? Что Ника? Она меня не простит. Да, и меня тоже. Господи, Павлик, как ты повелся на все это? Зачем? Ведь у вас все хорошо было. Че, молодой крови захотелось, да? Куражу? Ника, она же замечательная. У нее же душа. Семенов этот твой сколько ждал? 20 лет. Сколько сил, сколько бабла потратил, чтобы ее вернуть. А с Семеновым еще предстоит разобраться. Поехали. Так, согласие на усыновление от матери. Это заверено. Хорошо? Будем записывать. Простите. Что тебе нужно, Игорь? Работу предлагаешь мне? Знаешь, я действительно собираюсь вернуться в бизнес, но с тобой работать я не собираюсь. Всего хорошего. Простите. Бизнес? Да, я потом тебе объясню. Продолжим? Да. Имя мальчика? Богдан. Отчество? Отчество какое указываем? Андреич, в честь крестного отца, будущего. Ну, на крестного я не согласен. Согласен только на настоящего. Я вообще серьезно. Про Богдана, про нас. Андрей, я тебе очень благодарна. Мы когда познакомились, я думала, ты меня просто раздавишь. Такая у тебя броня была. Я думала не достучаться до тебя. А потом ты спас меня. Стал настоящим другом. Ну, вообще, я говорю не о дружбе. Черная полоса закончилась. Все, начинается белая. Пока Богданчик маленький, я потаксую. Все-таки свободный график. А потом я записалась на курсы. Я хочу вернуться в бизнес. В конце концов, мне двоих детей подымать. Прости, я перебила. Меня просто эмоции зашкаливают. Да, слушаю. Вероника. Можешь ничего не говорить, я понимаю. На тебя сейчас свалилось такое количество информации. Наверное, не нужно начинать новые отношения. Но ты просто знаешь, что я всегда буду рядом. Можешь мне